На выездном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся 28 мая, была дана оценка качества выполненных работ. Ежегодно до начала купального сезона организуется подготовка пляжей. Водолазы очищают дно и береговую зону от стекол, арматуры, мусора. Сотрудники Роспотребнадзора исследуют качество воды, песка и проверяют обработку территории от клещей. Пляж готов к эксплуатации. С 1 июня он открывается. Работать будет с 11 часов утра до 20 часов вечера. Наняты у нас уже обслуживающий персонал. Оборудованы территории для курения в двух местах, в начале пляжа и в конце пляжа. Оборудован фонтанчик. Получено заключение санэпидемстанции, то, что питьевая вода соответствует нормативам. Завезен чистенький песок. Все мероприятия выполнены. Поэтому приглашаю жителей города 1 числа прийти и начинать летний сезон. На стенде возле пляжа размещена информация о температуре воды и воздуха, правилах поведения на воде и работе пляжа. На стационарных спасательных постах дежурят 5 матросов. Все спасательные посты укомплектованы весельными и моторными лодками, спасательными кругами и нагрудниками, медицинской аптечкой, комплектами для ныряния и другим спасательным оборудованием. Акватория пляжа и место для плавания детей огорожены буйковой гирляндой. Спасатели призывают родителей ни на секунду не оставлять детей без присмотра в воде. При купании необходимо использовать удерживающие устройства. Также в обязательном порядке на пляже у ребенка должны быть головной убор, солнцезащитный крем и бутылочка с водой. Самые распространенные обращения за помощью к спасателям из-за солнечных и тепловых ударов. Десногорцы поделились впечатлениями от пляжа. Мне очень нравится, на самом деле, да, и место для курения есть, и сделали там, оградили для детей, загон мелкий сделали. Песка вот насыпали, я вижу, фонтанчик починили. Все очень хорошо, замечательно. Хороший пляж. Приходите, тут очень классно. Рассмотрев готовность объектов, комиссия приняла решение признать пригодным к эксплуатации городской пляж.